Большое событие для маргеланцев. В городе открылся новый драматический театр. Теперь у жителей Ферганской области появился дополнительный объект для проведения культурного досуга и больше возможностей приобщить подрастающее поколение к высокому искусству. Наш корреспондент был на открытии и делится впечатлениями от увиденного. Сегодня в Маргилане большой праздник. Открытие городского драматического театра, события которого очень ждали. Волнение и радость. Эти чувства переполняют сердца как мастеров театрального искусства, так и зрителей. Во время встречи в августе прошлого года с представителями сферы культуры и искусства президент обозначил ряд важных задач. Одна из них связана с совершенствованием деятельности театра. Сохранить и приумножить богатый опыт и творческое наследие таких выдающихся личностей, как Юсуфжон Кызык Шакарджонов, Тамара Ханым, Мукарам Маханом, Джарахон Султанов, Мамурджан Узаков. Трудно выразить словами чувство благодарности за столь большое внимание президента театральному искусству. Строятся новые и реконструируются действующие театры, в том числе и в Ферганской области. Театр развивает общество, государство, в нем его духовная сила. Стимулирование творческой инициативы дает свои положительные результаты. Примером тому и успехи театральных коллективов Ферганской области на республиканских и международных фестивалях. Открываются новые грани творчества. Открытие в Маргилане, который воспитал многих выдающихся людей, для нас поистине радостное событие. Мы очень счастливы. Театр отражает все грани жизни и играет важную роль в воспитании гармоничной личности. А это требует от творческого коллектива дальнейшего совершенствования работы, расширения репертуара, наполнения каждого сценического произведения глубоким смыслом и содержанием. Вслед за спектаклем зрителям была представлена красочная концертная программа с участием известных исполнителей.